Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывает со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духе Святом. Доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодняшнее воскресное Евангелие заканчивается словами, недоуменным вопросом учеников, когда они услышали и увидели историю, развернувшуюся перед ними. Они воскликнули: «Господи, кто может спастись?» И услышали ответ: человеком это невозможно, Богу же все возможно. Спасение не от человеческого усилия и не от человеческой праведности. Невозможно ни добрыми делами, ни какими-то сверхподвигами спасти свою душу. Спасение от Бога — это Его милость, это Его служение. Он именуется Спасителем, и Иисус — Спаситель, и Он спасает Своей благодатью, которая приходит в сердце человека и исцеляет от всякие скверны. И в результате этого действия, действия благодати и встречного движения сердца человека происходит спасение. Юноша подошел ко Христу с вопросом. Опять же, видимо, юноша был очень хорошим человеком, потому что за 30 лет того, как я в церкви нахожусь, этот вопрос от юношей я слышал, наверное, раза два. Когда в храм, в церковь, к священнику человек подходил именно за этим. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Обычно интересуется, что мне сделать, чтобы решились мои проблемы. Человек вообще не заинтересован ни Христом как личностью, ни вечной с Ним жизнью. У него чисто бытовуха. Ему нужно решить какую-то проблему. В той или иной степени, большую или маленькую. Или исцеление получить какой-то болезни, или чтобы муж перестал пить, или чтобы дети стали слушаться, или чтобы учились хорошо, или чтобы невестка расположилась. Огромный всегда список у каждого человека. А вот так, чтобы человек пришел в церковь с запросом найти вечную жизнь, это вообще крайне штучный товар. Один человек, он уже в вечности, который этот вопрос задал, он пришел уже с болезнью, с онкологией, после служение в горячих точках. Пришел так: «Батюшка, у меня такая жизнь, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Другой человек находится в Преображенском монастыре на Валааме. Я их помню. Больше не было. И Господь отвечает на этот вопрос: если хочешь иметь жизнь вечную, соблюди заповеди. Юноша уточняет: какие? «Не прелюбодействуй». Очень актуальная заповедь, очень важная. «Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, чти отца и мать». Юноша, будучи богобоязненным, он говорит: «Все это я сохранил от юности моей я». Так бывает, что человек неплохо воспитан, и родителей почитает, и как-то воровать не привык. Хорошая наследственность, хорошее воспитание. Но в этом еще какой-то особой его личной заслуги нет, потому что то наследство, которое ты получил и над которым ты не трудился. И юноша, он это понимает, и он говорит:
что мне недостает? И тогда Господь говорит ему заповедь. Если хочешь иметь жизнь вечную, иди, все, что имеешь, продай, раздай нищим. Возьми крест твой и следуй за мною. И дальше мы слышим. Юноша отошел весьма опечаленным. Как звали юношу? Не помним. Как звали мытаря, который залез на дерево? Помним. Закхей. Как звали учеников, которые поймали много рыбы и тут же это все оставили? Помним. Петр, Андрей, Яков, Иоанн. Как звали начальника синагоги, у которого дочка умирала, Иаир. Да, из года в год мы эти истории читаем, и мы помним имена про юношу. Ну вот так, богатый юноша, который отошел опечаленным. Потому что главное дело он и не смог совершить. А главное дело жизни каждого человека — это вперить свой взор во Христа, в Его личность, в Его жизнь. И не сводить взгляда с этого жизненного маяка. И все свои поступки, все свои выборы совершать, исходя из личности, примера, слова, жизни Спасителя. Это непросто, потому что по жизни нас очень много что рассеивает. Но в этом суть духовной жизни — так сконцентрировать свое внимание, так вытрезвиться, чтобы личность Христа, она была главной, основной, самой привлекательной, самой сильной, к которой человек стремился и сердцем, и умом, и волей своей. Тогда случится спасение. Тогда, закончив земной путь, человек легко оставит то, что он приобрел, потому что жизнь для меня Христос, а смерть — приобретение. Я хочу разлучиться от уст этого тела и быть со Христом. Помогай нам всем, Господь!